Предлагаем вашему вниманию охотничьи спички производства компании Кедр Плюс. Производитель утверждает, что спички могут гореть в течение 20 секунд, могут гореть как влажными, они не боятся влаги, могут гореть на ветру, что мы в принципе сейчас и проверим. Берем спичку, чтобы сделать ее влажной, попросту бросаем ее в воду. Вот. Она у нас лежит в воде, набирается влаги. Подождем. После чего мы ее достаем, стряхиваем лишнюю влагу и зажигаем. Спичка зажглась с первого раза. Проверим, будет ли она гореть у нас в воде. Даже после воды она восстановила свое горение, не боится ветра, и мы можем поджечь наш костер. Время горения спички, я думаю, все засекли по просмотру. Производитель был прав. Рекомендуем охотничьи спички от производителя Кедр Плюс.